Murphy, bruh. Yes, Sasuke. Как же стильно он делает, сука, я его ненавижу. Как так можно делать? Блять, как он чувствует? Мне кажется, он изобретатель музыки. Вот, как к личности у меня сомнительное отношение, блять. Музыка просто, блять. Вот как он этот стиль ловит? Вы слышали Лилза Нила? Вот это еще. Бля, прикол. Прикол. Прикол, круто. Не, ну круто, блин. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на LOL Steam. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это LOL Steam. LOL Steam купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Короче, ребята, все, анонсирую. Конфликт с ДК, блять. Даня Кашин. Рано или поздно это должно было произойти. Мы даже с Игорем по приколу рофлили, чтобы законфликтиться по приколу. Чтобы было смешно, чтобы было прикольно. Мы хотели повеселиться, потому что у него очень активная аудитория, и у меня очень активная аудитория. И мы, ну, мы думали насчет того, чтобы как-то... Ну, чтобы это просто смешно было, охуенно, чтобы всем было весело растрясти яички. Вот. Но потом мы это все передумали, и тем более... Ну, и конкретно данный конфликт не стоит примерно нихуя, блядь. Вот, я вам сейчас все объясню. Короче, план такой. Предыстория. Потом примерно 4 минуты вы вообще без меня смотрите, что он говорит. И потом я рассказываю, и все, на этом как бы закрыт разговор. Потому что ну, там вообще, ну, оно ничего не стоит. Вы никуда не идите писать, от него никто ничего не будет писать. Что это? Значит, я смотрел его клип, и я в клипе сказал то, что клип охуительный, то, что ДК как музыкант охуительный, но к нему как к музыканту вообще кайф, но как, я забыл, как персона, или я что-то вроде того сказал, как персона у меня... Блять, не помню, либо негатив, либо... Короче, он все это скажет. Просто я вам... К личности, да. К личности у меня есть вопросики или что-то такое, я сказал. И все. И он где-то посмотрел мою реакцию. Вообще прикол, да? И, собственно, на этом его спич образуется. У меня еще спрашивали, типа, а почему ты, а почему? Но оно в итоге вот... Ну, а почему ты так сказал, почему ты так сказал? В итоге дошло аж до вот этого, а я не мог как бы это сказать, объяснить, потому что я вообще не считал, что это нужно объяснять. А во-вторых, потому что я вот 3 дня был занят. Ну вот, собственно, послушайте, да, что он говорит, что он думает, а потом я уже скажу, типа, слово последнее свое. Ебаный, блядь. Это пиздец. Я увидел... извиняюсь, что тихо, я выкрутил, блядь, вот так, и аудиокарту выкрутил. Я себя замьючу. Короче, его реакцию в ТикТоке, блядь. Значит, посмотрел он мой клип, послушал мою песню, ему понравилось. Он сказал, да, нихуя, он типа, как он соображает, блядь. Ну, приятные слова сказал, но сказал, что ко мне как личности плохо относится. В ТикТоке захожу в комменты, там дохуя, а что такого, ну, почему он так плохо ДК относится? И там все отвечают, поголовно все отвечают, что типа, ну, ДК пиздел много про него, вот, боёб, типа. Бля, я вам напомню, почему пятерка ко мне, как человеку, относится не очень, блядь. Если что, ну, я спойлер кидаю, все, что он сейчас будет говорить, мне хуй, типа. Вот то как он думает, на что я обиделся, блядь. Мне похуй. Но он почему-то вот так вот, типа, говорит. И как будто это вот, блядь, факт, нахуй. Я вам объясню, если кто помнит. Был, помните, стрим, где я сидел, Мазелов и Каша. Тогда была движуха, помните, с Никоглазом, блядь, или чё, нахуй, который на всех нападал, на всех орал, и все на него нападали, будем честны, короче. Вот. Так ты сам на него... Дай я расскажу, блядь. Да, и я сидел и выстебывал Никоглая, защищая тех, кого он обзывает. Кашу. Если я говорю, ну, ладно, рассказываю. Я сидел, и вот прям видно, что, ну, блядь, там видно, что я, типа, угорал над Никоглаем, а не над этим. Ну, говорил его словами, шестерка, не Каша, а как-то еще передрал. Ну, что-то там в контексте было. Короче, этот прикол, или граф, кстати, или это граф, да-да-да. Ну, вы поняли, давно было, 2 года назад. Значит, этот момент вырезает из контекста, присылает пятерке. Он смотрит это на стриме, мы это на стриме тоже посмотрели. Он смотрит на стриме, открывает
стрим, видит, что я говорю шестерка, и он начинает: долбоеб, черт, ну я не помню, что ты наобзывался. Как вы думаете, ну, жестко я на это отреагировал? Нет. Я не очень помню. Я тогда, скорее всего, просто осудил его фантазию, потому что, ну, блядь, пятерка-шестерка. Ну что, ну, тип, наверное, просто, блядь, ну, тип просто из контекста, да, ему вырвали из контекста, он неправильно понял, надеюсь, поймет. Вот на стриме можете посмотреть. Он не-не, он что-то, блядь, что-то мне сказал, что я долбоеб, что-то такое, короче. Он тогда сказал, что-то... Я тогда сказал, да ладно, я говорю, он поймет, блядь, потом, что-то такое, короче. И что вы думаете, понял ли он? Ему весь чат писал: бро, он не про тебя, он вообще не это имел в виду, он игнорировал. Вот это мне тоже, сука, интересно, когда, ну, то есть... Но записи-то где-то есть. Я бы хотел, чтобы нашли, когда мне весь чат писал, а я игнорировал, типа, странная хуйня. И каждый раз, когда этот человек видел меня на мониторе, говорил: долбоеб. Помните, когда я говорил шестерка? Ну, когда я его видел, пятерку на экране, говорил: шестерка, долбоеб. Это его слова, понимаете? Я его полностью просто, ну, зеркалил, чтобы ему... Ну, короче, вы поняли, блядь. Рофлил. А, это рофл челы, блядь. А, блядь. Все понял, блядь. А, брони выкупает. А, типы, так это рофлы, блядь. Все понял. Все понял. Алло. Да, привет. Человек, которого я никогда в жизни не видел, не общался, ты долбоеб. Че ему не понравилось, так это рофл, типы, блядь. Вы че, не шарите, блядь? Это рофл, нахуй. И каждый раз, когда он меня видел, он меня оскорблял. Так я тоже начал его оскорблять в ответ, блядь. Конечно, с моей стороны это рофлы. Так, блин, блядь, ты хуй, ты охуевшая, что ли? Ты чья модераторша? Ты вообще, ну ты... Ты сейчас... Ну, как бы, чтобы он до сути донес, и нихуя, да похуй, блядь. Зато, блядь, для аудитории... С тех времен осталось, что я сам на него напал. Да я знать не знаю, кто это, блядь. Но я знаю, что он такой, типа, известный стример, вся хуй, что-то Майнкрафт, не Майнкрафт, все. Это вся информация, блядь. Это рофл, понял. Но приятно, реально, респект. Спасибо большое, что оценил песню, сказал, что заебись, ему понравилось. Бля, ну это приятно, спасибо большое. Ну вот то, что он, блядь, это вообще, короче, чувак, блядь. Чувак, это странно, блядь, это пиздец странно. Ну ладно. Да пятерка, нормки. Да я ничего не говорю, типы, бля, да я вообще, видите, я даже сейчас никакие выводы по поводу его как личности не сделал. Даже учитывая то, что он просто не вкурил, блядь. Ну, как бы на меня напал просто так. Да я не, до сих пор ничего не говорю, блядь, да я ни слова не говорю. Просто так интересно, блядь, получается, блядь. Так, конечно, обычно недопонимание, но он как будто не хочет понимать это недопонимание, понимаете, интересно, блядь. Ну ладно, да мне не особо так это, ну, волнует, что ли, просто, блядь, странный момент. Так, все, значит, во-первых, на Москву, чё за нахуй, значит, во-первых, блядь, почему вне пятерки не было вот этого, чтобы мой ответ был вне пятерки. Значит, в чем прикол? Какое недопонимание, блядь, я не знаю, откуда он вот это вот взял, может быть, он реально думал, хуя себе, вообще, блядь, делать ему нихуй думать о том, что на него кто-то обиделся, блядь, за шестерку. В чем прикол? Конкретно по той ситуации. Блядь, ну, вот такой вот у меня никнейм, то, что меня банили, потому что думали, что это попка, потом, блядь, просто, ну, самые очевидные шутки это шестерка, попка и магазин пятерочка. То есть я, когда вот такое слышу, я просто, типа, а зачем? Ну, типа, нахуй я на это трачу свое время, на то, чтобы это обратить. И все, и я нахуй забыл про это. Все, меня это не трогало, я не в себе не таил обиду. Я не хотел в этом разбираться. Блять, серьезно он это спизданул. Несерьезно, да меня это не касается. Как к творческой единице, блять, у меня на него, ну, стояк, ну, имеется, то есть, да, я уже говорил, Лил Занил, это вообще пиздак вообще полный. Вот, все... Почему я тогда сказал, что у меня к нему, как к личности, дизреспект. Я не помню, что я сказал. Дизреспект, допустим. В чем вообще прикол, да? Почему, что происходит? Дело в том, что в ТикТоке я когда слежу, блядь, листаю, я слежу не за всеми стримерами, но за ДК интереснее как бы следить. Вот он мне высвечивается, мне Тоха высвечивается, Стинт. Я и Игорь. Наверное, скорее всего, вот так вот. Вот я вот так вот послеживаю. И вот сколько я вижу
хуй, с ДК тиктоков, он постоянно на кого-то гонит. Постоянно, блядь, бывшие друзья, блядь, у него хуесосы. Кто-то пришел к нему в гримерку, все хуесосы. И вот он постоянно кого-то кроет, блядь, кого-то кроет, кроет. И дело в том, что я тоже таким был, но я как будто это перерос. А он, ну, может, не перерос, может, ему так кайф, может, заебись. Все, вот только из-за этого, блядь, другое, мне вообще похуй. Мне просто, я вижу то, что он постоянно кого-то хуесосит. Хуесосит, хуесосит, постоянно, постоянно, постоянно хуесосит кого-то. И все. И я, у меня сложилось впечатление то, что, ну, блядь, ну, как-то, ну, ну, странно. Тем более, в особенности, блядь, у тебя вот постоянно какой-то разрыв с бывшими друзьями. В чем еще прикол? Я-то за ним следил... до хуища, то есть до стримов, когда у него каналы были, еще до покупки компа за 1 000 000 рублей. И вот, ну, он, ну, блядь, чуть более конфликтный, чем все остальные. И все, у меня только из-за этого выработано. Опять же, да, ну, мне-то даже похуй, какой типа он в реале. У меня вот такая вот сложилась медиа-картинка. Я просто это и сказал, все. Меня это никак не касается, блядь. Я... Мне ему лично нечего говорить, типа, привет, ДК, чё ты ругаешься со всеми? Ну, тоже, нахуй, ну, кто я, нахуй, такой, чтоб ему там что-то говорить и всё, блядь. Вот, я, ну, просто вкинул вот эту. Хотел бы я бы с ним бы там встретиться и пожал бы я ему руку. Да пожал бы, блядь. Чуть-чуть бы, блядь, перекинуться словами. Да перекинулся бы, поболтал, ну вот, ну просто потом был бы шанс, то что я бы внезапно подвергся хуесосингу, бля. Вот и все, мне типа он даже симпатизирует, как творец, он мне пиздец симпатизирует, бля. Просто вот это из-за того, что я видел, что он ругается. Обиделся ли я на шестерку? Да ебать мне похуй, бля. Сколько раз в жизни я видел, что я шестерка, магазин пятерочка и то, что я попка. Вот сколько раз, бля. В каком-то контексте, вне контекста. Да, блядь, ну, это... Ну, заебываю, блядь. Вот. Вот и все. Вот и вся история. Я не думаю, что там оно должно что-то дальше, куда-то идти. Что-то я должен объяснить. Просто я смотрел в ТикТоке, у меня из-за ТикТока вот постоянно он там... У него постоянно на кого-то он либо обижен, либо он кого-то говорит, вот этот хуесос, он просто перечисляет, кто во сколько и где соснул хуйца. Перманентно нахуй в моем ТикТоке это. Вот, все. Это и вся вся разборка. Вот, весь конец. Мне больше даже и ничего. Обиделся ли я на него? Нет. Недопонимание какое-то у меня относительно того, что он там что-то пошутил, а я не понял. Да мне тоже. Типа, все. Вот, все. Я не обижен. Он вроде, блядь, тоже не обижен, бля, ему понравилось, что я его трек похвалил. Все, типа, нормально, закрыли, да? Значит так, ребята, дальше еще надо закрыть тему, видимо, вчерашнего дня. Подписывайтесь все на паблик «Не пятерка». Это мой паблик, самый топовый, паблик «Не пятерка», подписываемся все вместе вот сюда. Значит, Сновер, для полноты картины, Сновер нашел... запись стрима, когда, ну, вот это вот, блядь. Про это... пятерку. Сейчас, подождите, надо найти. Слушай, долбоеб, что-то такое, короче. Он так... Вот так вот. И он начинает. Значит, этот момент вырезает из контекста. Присылает пятерки. Стрим видит, что я говорю шестерка, и он начинает. Долбоеб, черт, ну я не помню, что ты наобзывался. Теперь как это вы... было? Это что такое? Просто фиксируйте, как это было по-настоящему, блядь. Не донати. Ребята, донати быстрее, донати. Где я пятерка? Сейчас... Шестерка? Блядь. Ебать, ты его затроллил, дай 5! Хорош. Слышал? Туда, блядь. Туда его, слил, законтрил. Правильно, как Артем Граф говорил, шестерка. А ты знаешь, кто ты? Какаша, блядь. Блядь. Круто ты его троллишь, хорош. Какаша, блядь. А ты? А, тебя он не обзывал, тебя он любит, блядь. Бля. Ясно. Не, мне... Ясно. Так. Топор есть. Все. Вот эти вот долбоеб, обзывательства, вот эти вот... ну, вот это вот, все эти обзывательства. Вот.
так называемый ДК-топор теперь. Блять, ну ему как бы... Вот, и еще напоминаю, мои потрясающие, самые охуенные... Я теперь комментирую новости вне пятерки, и я еще дополнительно прокомментировал эксклюзивно. Возможно, конечно, ДК в слове «топор» услышал слово «долбоеб», но вы можете посмотреть реакцию в тот момент. Я не то чтобы про него гадости говорил, я вообще ничего не сказал и пошел торговать на СП5. СП5! Самый лучший сервер! Покупайте проходки! ДК что-то выдумал, видимо, из своей головы, но мне как-то похуй. Потому что конфликт не стоит выеденного яйца. Куриного яйца. Именно яичница. Вареное яйцо. Чтобы... Блять! Я уже, короче... Уже спать ложусь, и мне Сновер говорит, прокомментируй новость. И я вот, я просто, хуй, яйца, вареное яйцо, яичню. Я просто хуярю в голосовуху, вот он расшифровку взял голосовухи, нахуй, и просто, нахуй, вставил, охуенно. Я считаю, вот это, вот в особенности, вот это выеденного яйца, куриное, конкретно яйца, именно яйца, блядь, вареное яйцо, нахуй. Фух, это все заебумба, ребята, всем яйцо. Ну, я что-то задумался, блин, может, кушать хотел. Ну, вот тоже яичко навернуть, вкусняшку кучерявую. Вот, все, ДК топор отныне, и у меня, ну, вот, блин, вот, вот такая вот тема, как бы, все, я вообще мега чист, блин. Оказывается, я даже долбоебом не обзывался. Так что все, чики-бомбони, реально все нормальная тема, и все. Здесь закрыли, вот, я не яйцо, это мистер Пятерка, мистер Яйко, у него. Если я правильно помню, ты уже потом начал давать контент и сказал, что ДК расшифровывается как дрочил кактусом, обосрал немного и все. Слушайте, но я такого не помню. Откат, ребята. Просто такой воскрес. Потрясающий юмор, блядь. Сильный. Хотелось бы тогда найти. Может, Сновера заставить искать. О, а ну-ка. А ну. Может быть, все-таки он не только топор? А, бля, рил, ДК дрочил кактусом, бля. Ясно. Так. Топор. Не, я просто запомнил. И все. Я запомнил. Да, все, доигрался, молодой, блядь. Не, ну ясно. Ясно, топор есть. Ясно, блядь, ясно. Понятно, блядь. Это он не про мой. Бля, он реально не выкурил, короче, пудели рофлы, это пиздец. Ну я при этом не называл его долбоебом, как он сказал. Пок! Поксик! Так, а ну-ка, ждем Поксика. Зайти ко мне вот в комнату. Вот выйти, посчитать 3 секунды, зайти и сказать: чё опять за долбоебов ты смотришь? А, бля! А чё же он не выкупил-то, что это рофл, бля? Все, блять, я понял. Ну а чё же он не выкупил-то, нахуй? А чё же он не выкупил, что это постанова, блять, что я ее заранее попросил-то, нахуй? Чё же не выкупил? Чё же я должен был выкупить, а он-то не выкупил, нахуй? Блять. Ясно. Топор есть. Остальных я в рот ебал. Ха-ха, ну-ка. Не, вот слева это нормальный, а всех остальных я в рот ебал. Ха-ха-ха, блять! Выходит, что не топор. Чё же он тогда не выкупил-то, нахуй, рофл? Очевидный же рофл, блядь. Ясно, блядь. Ясно, нахуй. Чисто без негатива, чисто по-дружески. А чё я должен, блядь, ответить был, нахуй? Это прискорбно, да. Да. Нас и просто сейчас будем на коленях. Потому что я вас не видел. Так бы, ну типа, если б вы... если б вы попросили, я бы... Это же, это где-то лежало в интернете. Год. Ждало своего момента. Ну, типа, по-братски чисто. Я не уверен, что мне было бы приятно, но если бы вы попросили. Так, я тоже прошу прощения. Извините, пожалуйста. Я вас в рот не... Ну, не... Так это все, блядь, там внутри было, нахуй! Почему он тогда только одно запомнил? Почему он тогда не выкупил? Сука, вот это реально, я делал то, что я и не хочу дальше, блядь. Охуенный конфликт, блядь, 12 из 10, действительно, блядь. Просто, ну, в такой хуйне я не участвовал даже, типа. Ну, нормально, я тоже... Ну, до этого еще хоть что-то было, что обсуждать.
Извинения от пятерки. Да все, пошел он нахуй. Шестерка, все. Ты охуевший, блядь. Мои глаза пал, теперь он мой враг до конца жизни. Вот оно нахуй кипело целый год. Оно лежало в заначке. Охуел. Да, да, да. Я не знал, конечно, соглашусь с ним, но оказывается, Артем... Пиздец, блядь. Слушай, ты мне тогда нахуй... ДК, блядь, расшифровывается как дрочил кактусом. Бля, не, ну вот это прям вообще жесткая хуйня. Блять, вот это, сука, ну, вот это прям достойно. Блять, а чё же не выкупил-то то, что, блять, ну, это пародия была на то, что, ну, не надо много думать, чтобы из пятерки шестерку сделать, а и не надо много думать, чтобы дрочил кактусом. Вот, все. Блять. Я леопард. Ягуар, я пятнистый ягуар.